трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Nissan отзывает в нашей стране 42 с лишним тысячи моделей Альмера. Речь идет о машинах, выпущенных в период с ноября 2012 по июль 2016 года. У автомобилей, говорится в сообщении Росстандарта, неправильно установлены задние стекла. Из-за отсутствия грунтового слоя они могут частично или полностью выпасть. Устранить неполадки дилеры обязаны бесплатно. Трасса 101. Миллиарды рублей, выделенные в прошлом году на ремонт и строительство автотрасс, не были, простите за пресловутое слово, освоены. Это в ходе проверки деятельности Росавтодора выявила Счетная палата РФ. По ее данным, Федеральное дорожное агентство в 2016 году направило 83 регионам почти 81 миллиард рублей. В 36 субъектах дорожные работы не были доведены до конца, а в 17 они даже и не начинались. Трасса 101. Комитет Госдумы по транспорту и строительству выступил против введения платного въезда в центральную часть российских городов на основании распоряжения местных властей. Такая норма содержится в законопроекте об организации дорожного движения, который Нижняя палата парламента приняла в первом чтении в декабре прошлого года. Перед вторым чтением ее хотят исключить. Трасса 101. Большинство автомобилистов в России хотели бы ездить на машинах марки Toyota. Это выяснилось в ходе опроса, проведенного порталом automail.ru. Японскому бренду отдают предпочтение по всей стране, а особенно во Владивостоке. Toyota, как оказалось, выбирают даже и те, кто мог бы позволить себе приобрести более дорогое авто. Исключение, правда, составили москвичи и петербуржцы. Им милее Mercedes-Benz и BMW. «Жигули Тройка» 1979 года выпуска или, например, новый «Ауди Q5» в хорошей комплектации. Выбирайте, цена одинаковая. В Тольятти за 3,5 миллиона рублей на продажу выставлен ВАЗ-2103, выпущенный 38 лет назад. В объявлении говорится, что все это время машина хранилась в специальном помещении при температуре строго 18 градусов Цельсия. Ее состояние идеальное, а пробег всего чуть более 100 километров. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.